Конан, тебе неведом страх. Конан, врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан, самый могущественный воин из всех когда-либо живших на земле. Его цель — разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан, тебя судьба ведет! Все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара. Дочь ледяного великана. Нидл не любит холод. Почему большой глупый варвар пришел сюда? Чтобы встретиться с человеком, который утверждает, что нашел звездный металл. Если тебе холодно, не вылезай из щита. Кто называет это холодом? Мы в Энерите называем такую погоду летом Атали. Атали, а кто он? Она, дочь ледяного великана, короля Эмира, правителя Голубых гор. Атали бегает по снегу, увлекая за собой мужчин, которые находят в горах свою погибель. Тебе лучше спрятаться, Нидл. Иначе Атали может похитить тебя и навсегда оставить в своем саду. А, Нидл будет сидеть тихо. Вот твое золото. Хорошо. Завтра я покажу тебе, где лежит звездный металл. Снег, мы отправляемся завтра. Снег! Кто следующий? Я! Хорошо. Моей руке нужно разогреться перед завтрашними играми. Раз, два, три. Начали! Клянусь, Ваденом, ты заставил меня потрудиться! Ты женщина? Да. Тебе это не нравится? Клянусь Ваденом, мужчина не может использовать полную силу против какой-то девицы. Я не какая-то девица. Я Брита и могу помериться силой с любым мужчиной. Ни одна женщина не сделает из меня дурака. Ты сам это сделаешь. Сейчас посмотрим, на что ты способна. Взять ее! Ты хорошо дерешься, девица. Это было мое дело. Ты не имел права вмешиваться. Похоже, ты не произвел на нее впечатление. Конан, так ванерийская женщина говорит, что ты ей нравишься. Мы должны задержаться на один день, чтобы я мог победить на играх. Хорошо, но только на один день. Это все, что мне нужно. Снег попросил Конана задержаться. Клянусь, Сетом, я скормлю твое теплокровное сердце змеем, если подведешь меня. Это всего лишь на один день. Потом я отведу их в Голубые горы, где мы уничтожим Конана и Снега. Я обещаю. Принеси мне звездный металл, и я награжу тебя. В противном случае ты дорого заплатишь за свои слова. Отличный день, чтобы завоевать приз и сердце красавицы. Соревнования начинаются. Ха-ха-ха!
Снэк и Брита делят первое место. Теперь ты. Я готов обойти тебя. Опять ничья. Следующее состязание – каяки. Отлично. Я здорово управляюсь с каяками. Ты умеешь лишь бахвалиться. Видишь, она уже влюбилась в меня. Мне так не кажется. Ты еще не устал, Снэк? Брита, берегись! Я иду к тебе, Брита! Держись, красотка! Спасибо, спасибо. Ну, что ты теперь думаешь обо мне, красавица? Глаза б мои тебя не видели. Ну, разве я не доказал, что я лучше? Чего еще ты хочешь? Ты доказал лишь то, что любишь бахвалиться. И больше ничего. О, Брита, клянусь Ваденом, ты женщина для меня. И когда я вернусь с Голубых гор, я докажу тебе. Если ты такой храбрый и умный, принеси мне ледяной цветок из сада дочери ледяного великана. Я не вернусь без него. Я думаю, ты вообще не вернешься. Мы уже недалеко от места, где упал звездный металл. Это там, за тем утесом. Я ничего не вижу. Бросайте! Бежим! Что происходит, а? Клянусь Кромом, Рул заманил нас в ловушку. Взять их! Бежим отсюда. Не так быстро, пес. Покажи мне, где лежит звездный металл, или познакомишься с моим клинком. Глупец! Нет никакого звездного металла, кроме того, что я заберу у вас и отдам Ратамону. Идем. Мы возвращаемся в деревню. Конан, я обещал Брите, что принесу ей цветок из сада дочери ледяного великана. Я не вернусь, пока не найду замок и не сорву цветок. Снэк, она поручила тебе невыполнимое задание, чтобы избавиться от тебя. Я не вернусь без цветка. Постой. Хорошо. Мы пойдем вместе, друг мой. Это она, дочь ледяного великана. Догоните меня, люди, если у вас хватит на то храбрости. Пошли. Адали, постой! Ah, 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 ah.
Осторожно. Воден! Смертные, вы заплатите за то, что погнались за нашей сестрой! Теперь моя очередь. Великан, мы не хотим причинить вам зло. Нам нужен цветок из сада вашей сестры. Никогда! Тор, положи этого смертного на мои сани. Я заморожу его в своем саду, а Ларс убьет другого. Что это? Символ огня. Во дворец! Давай, давай, покажи, на что ты способен. Всегда смотри под ноги, чтобы не поскользнуться. Красная борода, ледяная девушка увезла Конана. И все из-за моей глупой клятвы Бритте. Я должен спасти его. Да, там ты найдешь свою смерть, человек. Очнулся. А? Где я? Где? В моем саду, смертный, где ты останешься навсегда. Нет! Дочь, этот человек должен быть уничтожен. Но я хочу сохранить его в своем саду, отец. Только до наступления ночи. Когда я вернусь, мы отправим его в царство вечного холода. Нидл, найди Конана. Нидл найдет. Ой, Конана заморозили. Ой. Конан в саду. Он там. Показывай дорогу. Смертный, пришел твой конец! С дороги, великан!
Быстрее, Нидл! Мы должны освободить Конана и уйти отсюда до того, как Эмир, король ледяных великанов, узнает, что мы здесь! Я чую запах человеческой крови. Ой, бедный замороженный варвар! С этим мы справимся! Конан оттает. Одних факелов недостаточно. Нидл хочет, чтобы большой глупый варвар вернулся. Просыпайся, просыпайся. Клянусь Кромом, теперь я знаю, что чувствуют мои родные, превращенные в камень. Кто посмел явиться в мой сад? О, теперь вы оба принадлежите мне. Подожди, может быть, это растопит твое сердце. Держи! Нет, нет, только не это! Тор, как они посмели! Отец, отец, они принесли огонь! Люди, я уничтожу их! И мир идет! Бежим! Ой, ой, ой! Бежим! Туда! Никогда больше не приводи сюда людей. Ты поняла меня? Ох, отец, мне здесь так скучно. Снэк! Ты в порядке, Снэк? Не замерз? Нет. Клянусь Ваденом, даже для меня достаточно снега. Пошли отсюда. Брита, я нашел тебе цветок. Я думала, что навсегда избавилась от тебя. О, держи, из сада дочери ледяного великана я принес тебе цветок. И еще бы, только его съела вода. Брита, я чуть было не потерял своего лучшего друга, пытаясь достать цветок. Но если я тебе не нравлюсь, я ухожу. Прощай. Подожди, Снэк.
Возможно, мои чувства к тебе сильнее, чем я думала. И потом, на этот раз ты даже не стал хвастаться. О, ледяной цветок. Ты храбрый мужчина. Больше я не буду в тебе сомневаться. Да, красавица! Ты действительно создана для меня. Режиссер Джей Бейкл. Фильм озвучен телекомпанией РЕН-ТВ. Конан, тебе неведом страх. Конан, врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на Земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан! Тебя судьба ведет, все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара.